Вы с рюкзаком? Здрасте. Здрасте. Приветствую. Вы не расстроились, что за вами в СИН сегодня приехал с утра? А вы откуда знаете? Вы слили информацию? Ну, мы увидели, что вы поднимались с рюкзаком и с сотрудником. Может, я встретил его на улице. В общем, не испугались. После запроса срока у вас как? Ну, это было предсказуемо, я даже спор с адвокатом выиграл на самом деле. Он говорил, что мне будет 5-6 лет, я говорил 7. Сейчас как у вас настроение? Да нормально. На позитиве держитесь. Ну, а как иначе? Ну, что общались, скажем так, выражали мнение. Я сказал, что будет 7 лет, а адвокат сказал, что будет 5, потому что. Вот, ну. Это, у нас такого спора прям не было, что я там что-то выиграл. Может, есть еще возможность поспорить? Время. Да, время есть. На самом деле, вот весь этот процесс, это примерно как вот, книга про Гарри Поттера, когда Эмбридж заставлял его эти строчки писать, и я не должен лгать. Вот я чувствую себя примерно таким вот Гарри Поттером, который эту херню себе на руке пишет этим пером кровавым. Но если, допустим, они приняли такое решение, и госсуд принял такое решение, разберут, точнее, и кататься дальше. КРФ суд приговорил Кошина Андрея Владимировича признать виновным в совершении преступления, предусмотренного пункта Д, часть 2 статьи 273 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет 6 месяцев с отбыванием наказания за проектом колонии в общем режиме. Движение права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов электронных или информационных телекоммуникационных сетей, в том числе и сети интернет, сроком на 4 года. Мера пресечения, помимо Куршина, для домашнего ареста, до вступления приговора в этом силу изменить на заключение под стражу. Для Куршина под стражу дать суда. Срок наказания считается административным договором, как вы видите. Соответственно, часть 3-4 системы по УК РФ. Время проведения Куршина под домашним арестом. 31 сентября 2023 года по 6 августа 2024 года. За честь срок лишения свободы за счет обвинительного наказания за один день лишения свободы. В соответствии с пунктом 3 статьи 72 УК РФ. Содержание Куршина. 1 УК РФ. 31 августа 2023. Андрей, комментарий. Ну, это было, скажем так, ожидаемо. Был бы дали сегодня по-другому. Проходите тут, блин. Андрей, вы не думали на фронт вернуться? Если будет такое заключение? Я, скажем так, рассматриваю себя такую возможность, если будет какая-то нормальная должность. Моему вот. Но в любом случае, как бы, не, есть вероятность, что меня просто не возьмут в силу того, что командование просто не заморачивается с таким вот донатом. Как, допустим, не взяли стрелку. Считаю, что данный приговор является чрезмерно суровым, и мы этот приговор будем обжаловать. Какого наказания будете пытаться добиться? Штрафа. Минимальная сумма 3 миллиона штрафа? Да, санкция статьи предусматривает от 3 до 5 миллионов рублей штраф, но наша апелляционная жалоба будет точно так же отражать нашу позицию относительно необходимости переквалификации этого деяния на часть 1 статьи 273. У него были конфликты вот с судьей? Заметил какие-то трения на последнем заседании? Нет, никаких конфликтов с судьей не было. Судья всегда ведет себя профессионально. Поэтому каких-то конфликтов с судьей их в принципе быть не может. То есть вы не ожидали такого решения? Я ожидал, конечно, более мягкого приговора. Даже если бы он был связан с реальным лишением свободы, я ожидал более мягкого приговора. Но все равно будем обжаловать, и если найдут основания, то приговор ему смягчат. Как вы считаете, какая-то новая тенденция, или за что его вот могут так прессовать практически? Я бы сказал, что это
общая практика такая сейчас, давать где-то от 5 до 8 лет лишения свободы за данное преступление. Но учитывая, что законодатель ввел и другие виды санкций, да, в эту статью, я считаю, что они тоже подлежат применению, особенно с учетом положений Уголовного кодекса, а именно 60-й его статьи.